Нас будут опять ждать уже на нашем берегу, я так понял. И в спину расстреляют. Да. Ну, за три грани могут выйти. Поэтому, если мы зайдем правильно, можно вообще легко распалиться. Ну, видишь, А зачем триггер-то мне в он триггер такой выходить? широкий. Ну, да, если зайти, ну, Подальше немножко. подальше чуть и все. Я вот что думаю, может мы сначала взорвем вагоны, а потом мостом заниматься будем. Логично. На... У вас Давай. карта есть? Почему бы не пройти по Карта-то есть. мосту и зайти с юга, получается? А там место Если очень открытое, с моста получит будет. Из нет, самого города. не про тот мост. Вот. Фонит у кого-то сильно. Я, кстати, нормально Школа. слышно? Да. Ну, то все говорят, как будто я в жопе говорю. Все, Грифон, так и пойдем. Что-то столько нарисовали И вообще ничего не понятно. Игнатьевская цепь идет слева, потому что уже практика справа фланга есть. Ну, Да. вдоль реки не вариант, это точно. Но обороне проще, они на 26-ю, если вот мы будем проходить, где нарисовали. Нифига неудобно вообще. Там триггер маленький, не, раз... не Ну, разбежишься. краб тогда он целое отделение слил. Один. Да. А вот Он был в как это защите? надо. Ну, в обороне был. Нифига себе. Да ну я прям походил, мне прям пипец было неудобно. Ну Они начнем, с как я Протвина, рисовал. аздоники пошли с Протвина и плюв все отделение. Сейчас нету краба. А вот Альфа, кстати, маршрут с юга, да? Можно так подойти, действительно. Вот хороший вариант, мне тоже нравится. А почему через этот, через берег нельзя приближаться, проплыть чуть-чуть и это? Имеешь в виду маршрут А потом, Чара? как ты будешь подходить? Там получается голое поле, ну как относительно голое, ближе к обороне. Лучше дальше и увереннее встать, чем нарваться на кого-нибудь. Нас в любом случае будут ждать прям вот. Нет, ну это понятно, но не будешь ждать, что мы с юга пойдем. Да. Это как вариант. Ну все, план готов, можно атаковать. Ну что-то Сейчас все-таки реально много. я заскриншочу этот план. Я тоже. Чтоб потом это доказательная база. Использую. Не, да, чтоб потом использовать. Да вы тут по одному конец будете бегать. Право особенно. Людей хватит, чтобы этот весь план осуществить. Народу, кстати, хватит. Реально можем осуществить этот план. Просто со всех сторон просто напасть. Боже мой, друг этот друга перестрелять. план похож на какого-то непонятного... Не знаю. Пука. Голубку. Это краб. Это ракета. Да нет, это больше похоже на ответвление по захвату мира. Ответвление в голове, не знаю. Латвия, да? Латвия нападает на Россию. Калининград захватывает вот так вот примерно. Вот слева Польша, справа Литва. Я такой рад, последний раз видел на высшей математике вот такую схему. Ты отскринил, да? Так, ну ладно, право идет сальфа, короче. Угу. Так, хочу понять. Еще раз. Рация. Рации. Рация Рады, у рации командиров. есть. Окей, Командиров. браво, куда идет? Браво, Нет, у где идет? всех есть рация, нифига себе. Ну, она удалится после старта. Браво, Да. где? Браво Браво справа. идет. Браво справа. Браво идет. Окей, я вас понял. Я поплыву через воду. Браво слева идет. Я тоже. В смысле слева? Слева идут все остальные. У нас хотя бы техника есть. Чат для Альфа. Технику захотел. А, Спитер, ты командир у нас? Нет, я Паш приду командование. Ну тогда зайдем с Альфой, все. А, то есть мы все вместе идем, окей. Конечно. Тогда Для удалите мы... половина плана. Можно я перезайду за командира и заставлю вас плыть? Кого ты тут заставишь? Вас. Ну я говорю, По морю. перезайду за командира, короче, Кто мы? и... Кто мы? Я здесь один.
Я доживю. Хорошо, но я командир. Я заставлю тебя плавать. Блин. 60 минут. Смотри, твоя задача. Заходишь в воду и ложишься, и лежишь так. Ясно? Желательно на дне. Дело в том, что под водой пули не убивают. Да, я человека спрашиваю. Ясно? Он понял свою задачу? Понял. Хорошо. Гроб, тебя Паша, что ли, током бьет? Ты... Это заразно. Да. Вот, хорошо, и тебе. Почему они забрали все самое лучшее от меня? Это рацию. Фанит. О, Гроб, здорово, как сам? Тебя фанит. Здорово, хорошо. Тебя фанит. Да, дефолт, ничего. Ну ладно. А, ФЗ, что ты у нас по дефолту? ФЗ, это твоя ЖК-то, да? Да. А цистерны надо взрывать каждый по одной, или там можно сразу одним замечать, то за несколько взорвать? Сегодня мы на перелом. Мост одной достаточно. И всего нет, достаточно. Нет, цистерны, там 3-4 цистерны. Да? Там можно одну? Одну на 3 цистерны? А, нет, или? На каждую одну не хватит. Можно как-нибудь между положить, чтобы сразу две взорвалось, или как? Ну, если получится. Окей. Этот. Там между ними еще вагон стоит обычно, да, который здесь. Не надо взрывать. Мы русские. Что это такое сейчас? На 240 было? Нам сейчас. Эля, шнеля. Кто у нас предатель? Кто у нас предатель? На 240. Эля. Эндыхал. Кто предатель? Наш. Кто предатель? Мы так-то русские, укроп. Спит. Это ты? Пошли. Пойдемте, пойдемте. Отойдемте, да? Что там это? Разъезд? Она слева. Я тогда со своим отделением. Мы добежим сейчас до развилки. До кого? Мы добежим до развилки и мы повернем налево через воду. Как бы с севера. Ну так же. Да. Но вы же с юга бежите. Ну да, 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 да. Длительный вы, молодой. Давайте человек. Положим человек 10. Да, у нас я за целый отряд снитров. Что-то ты, Паш, не намного быстрее бежишь. Зато тактичный. Опасно? Да нет.
Все безопасно. Нам сейчас на 220. Но нет, на 200. О, как. Ага. Короче, до реки нам надо выйти, а потом переплыть. А мы через мост не пойдем, переплывем, да? Ножом умеешь драться, он у тебя нож есть. Сейчас за ним по плану. Угу. А мы те, кто идет вот так вот, я понял. Ну, сало возьми. Так, надо, наверное, сделать привал. Спал, что ли? Да. Ты так не устаешь или нет? Репит, скажи, так меньше устаешь или нет? Да, есть ощущение. 31 килограмм у меня с собой. У меня 33. У меня еще просто бинокль есть. Сердечко стучит, ну как бы... Да. А у тебя позор вообще сильно стучит или что? Или... Ну начинает, я не хочу доводить. Окей. Я сейчас пересоберу все это дело, дым выкину. Кстати, что в руки возьму. Надеюсь, на крике хотя бы. Рюкзак выкину, 26 кг. Пока на крик. Да блин, тебе боговский достали уже с этими синими метками и красными. В смысле? Да они ставят синие метки на себя и на все. Угу. Все пошло. Кто-то там пошел на высоту. А что за железку мы пересекли? Че знаю? Ты же на дефолтной или нет? КБшки? КБшки, да. Окей. А, все, я понял, понял. Подожди. Я бы достал уже репит. До моста же мы же не дошли. Да, ну вот здесь мы. Я бы уже достал, господа. А мы там? Я думал, мы прошли это место. Я думал, мы в другом месте находимся. Ну ладно. Где-то здесь, значит. Между двух этих. Нет, мы две железки пробегали уже. А. На семерке где-то, семерка знак. Они где-то. Я казалось, мы в зоне уже, не? Нет, нет, нет. На 200 бежали. Я помню, мы две железки перебежали. Это где альфа синяя. Вот. И восьмая высота. Казалось, мы до нее дошли. Перешли ее. Так вот. Потом пошли на хрен знает. Ну, короче, вот здесь примерно, по-моему, поставил правильно. Высота. А, в районе 7, наверное, все-таки. Здесь. Все дальше. Давайте до реки выйдем, будет понятно. Не, не там, вон же железка рядом.
фонтанами, походу, строение. Mm-hmm. Западу от высоты. Я упал. Всё. На медленном шаге. Медленный, включай, где он отдыхает. Вон слева там какие-то ангары. Да, похоже, это оно. Да, я как раз метку обновил, примерно подходим к этой метке. Как там играл сейчас с боечниками, как и говорили, типа, если, по-моему, или репит, или по закам одет, то он будет на обхода. Кто будет? А на обхода. А, ну да. Орда у тебя подозрительная. Как и у тебя только, и такая вот. У нас, по-моему, кто-то потерялся. Там немного три бойца. Ребят, а вон они в йоке стоят. Мыть надо лицо. Мыть? Мыть. Так вот свое видел? У меня камуфляж. А у тебя грязь. Грязная камуфляж. Второй мировой войны. Неуставная грязь? Что есть, там камуфлирую. Да. Эту грязь не установили. Корова насрала, я камуфлирую свое лицо. Птица сдохла, красный камуфляж тоже подойдет. Аж сразу в задницу лицо засунуть. Наклоняйся. Чтоб с землей смешивать. Пойду там, не знаю, лицо на травку потрось. Решил поджиматься? Да я камуфлирую свое лицо в зеленый цвет. Вот и дорога. А вот и мост. Угу. Так и пойдем, как будто сдаемся. Угу. Можно уже, наверное, побыстрее пойти. Мы отдохнули. Вроде бы. Али, так ноги сломаешь. Угу. Вода какая-то странная. Да, болото. Там идут? Молчат. Тут решил утопиться? Похоже, да. Это, наверное, спит. Всплыл. Может пристрелить его? Mm-hmm. Грязевые ванны. Жарко что-то. Что, с девчонками покупаться? Там Мальборо, что ли, девчонка? Нет, не Мальборо, тот другой. Мальборо вон вроде идет.
Слушай, реально надо опять, это... Присоединяйтесь. Лица это самое. Оттягивается, так ага. Еще различать начнем. Ух, как хорошо-то, ободряще. Кувшинка в лицо попала. Ух, охладился-то как, а? У нас 15, сейчас пойдем. А и сколько, да, 115? Ну, 120 нужно. Все, все отдохнули? Петр, сейчас тебе похлопаю. Давай. Лопаточкой. Развернись, да-да-да, на колено и развернись. Пошли, короче, надо... Хлопай, хлопай. По щеке тебе похлопают. Чем же? Бананом. Я люблю бананы. Банана? А у вас контрация есть? Что там говорят? Я хотел узнать вас. Что я не слышу? Нафиг она сдалась. Если у нас и там такой клуб был. А Сдоник был там? Это повар. Впервые его здесь вижу. Кого? Вы о чем? Светофор он. На 3 часа. Красный, желтый, зеленый и синий. Четырехцветный, как всегда. Раздоник? Да. Белый, черно, желтый, серый. У красный, либо синий. Что происходит, ребят? Спортсмен, смотри, на полный бежишь. О, войнушка началась какая-то. Ай, пикнулся. Смотри, поляк тут засеивает. Кого-то ума хватает на таком месте. Заметочку обновить. На схоне, да? Судя по всему, северным. Меточку обновить не хотите? О? Метку? Меточку обновить. Хоть. Да, ты не ровно. Война. Репит. Смотрел, что засели, картошку видишь. Кукурузу. А, не, кукурузу еще рано засеивать. А, что-то еще стали. Вот когда война закончится, что будете делать? Кукурузы есть. Рано еще. Никогда не поздно. Рыбок разводить. Вот что растет. Это пшеница. Что-то. Мы топчем. Представляете, вот и врач, что мы топчем. Uh-huh. Я чувствую, надо сюда машинки добавлять. Такой легкий, знаешь, маленькие есть какие-то. Да, видите. Ну, только не эти. Велосипеды, американские. Сколько штук тогда, знаешь, чтобы целый рез под велосипедов. Кстати, велосипеды, это было бы очень интересно. Сколько там, 32 слота или сколько там? Нет, погоди, 24. Велика добавить. Да, да.
Причем, знаешь, так это, как эти цирковые чуваки там, сверху, на плечи. Ну, как нам на велике доехать? А, не, в виде звездочки. Может, враги могут быть в тех, да? Да. В домике в том, да, уже может кто-то быть. Стучимся? Что, может, мы на него пойдем, пораньше свернем? Что-то у меня уже эта прогулка подзатянулась, скажем. Думаю, на Крик уже стоит уйти. Да, почему? Нормально. Ну, а дома? Рация есть. Ну так, должны идти. Там уже атака какая-то идет, взрывается все. Душа можно 200 метров поставить калибровку, он вообще будет много стрелять? Будет, он умеет. Прицельно. Да. То есть прям в цель упадет. Да. Ну, почти. Метров 10. Что, побежали? Давайте вот это. По сторонам смотри. Пока что я спал, может быть. Ну, дом впереди. Слушайте, а кто там? Или это куст? Где? 30. На 30. В деревьях где-то. За железкой. Двигаемся дальше. До дороги или как? На 30. Срежем немножко. Отдыхать. Стой. Супер шопот. Я на шопот. Я на шопот. Сейчас уйдем на станок. Блин, мы в поле не стояли. О, мы на КВ? Сюда, ё-моё, куда ты побежишь? Бля. А, кочегар. Ага. Мы взорвали мост. Молодцы. Ну, точнее, ты сделал укроп, Роксар. Понятно, понятно. Молодцы, мы почти дошли на стрельбу.
Что, только наше отделение выжило, что ли? А, нет, там еще подтягиваются остальные, понял. Что, там сильные потери у вас были? Половина отряда осталась. Тебя Декфор убил, походу. Да Декфор нас убил, дебил. Смотри, Азоник там сзади уже. Метка стоит, все стоит. Сука, он забанит. Кочегар, хочешь прикол? Мост уничтожил. Метка свои тоже что? Стоит. Мы мост подорвали. А меня тоже, по-моему, свой убил. Да, это Декфор нас убил. Дебил. Ух, ни хрена их там по дороге идет. И сейчас он сдохнет. Он не манит, пробежал. Ага. Ему в спину там заряжали. Декфор, сука, те карты пользоваться не учили? Он жив еще. Дохни, ну же. Давай, добивайся. Он сдох же, да? Он сдох. Декфор. Не, ну реально, да как так? Ты тут? Он сдох. Да, тут. Карту пользоваться не учили? Метка свои, Аждонник. Но... Вначале убил Аркадия, потом подождал, еще меня убил. Я же сказал, Аркадий выбежал на ту сторону реки. Мне сказали убивать всех. Никто не выбегал на ту сторону реки. Стоит метка свои, просто кто убил Аркадия. Давай, Рексар, молодец, давай. Кто тебе такое сказал? Слетай туда и посмотри, где труп лежит. Да, никого нет, да, я смотрел. Давай, не стреляй. Метка Аркадия. Ну, вначале ты убил меня, а потом убил Аркадия. Я смотрел. Я, метка это на этой стороне реки, а не на той. Мы не перебегали рек. Кто тебе такое вообще сказал? Так я знаю. Ну зачем ты нас убил? Я до этого убил человека. У меня так игра залагала, я перезашел, у меня не было меток. Я написал на карте, что у меня игра залагала, я не мог двигаться. Че? Тебя слышно. Что меня? Ох. Ох, дом сломали, дом видели? Свой. Паша, что-то надо с фугасами делать. А, так, я там много ничего не убил. Я чело попал, он такой встал, побежал, что-то убежал, и нихера не понял. Слева по дороге шли. А там меня из города убил свой. Он ой, живой свой еще. Враг, он живой? Нет, он нет. Кто живой? Я что, мах этого не убил, что ли? Рексар? Да, Рексар. А? Блин, я при нему прям по нему так зашел хорошо. А он живой. Блин, самое обидное то, что это, я взорвал мост, короче, и две взрывчатки поставил. И всрал, короче, одну взрывчатку. Я бы мог уже закончить миссию. Но нет. А, понятно, почему не взорвал. Тяжело обратно сбегать к нашим трупам. Там же. Нет, я взорвал уже там по дороге. Я откатился такой справа, перезаряжаюсь, и меня нахуярили. Ты был в дороге, а возле контейнера маленький. Маленького контейнера ты был? Нет. Нет. Так я не понял кого, но какого-то чувака нафигачил возле контейнера. Это кто там был? Враг или друг? Враг. А, нормально. Значит, у нас нет. Там хорошо принял тоже. Блин, у нас столько с этого оружия столько заряжаешь, они выживают. Прям вообще. Пистолет, пулемет, что ты хотел? Ну все равно сколько там калибр. Все, укропа, что ли, убиваем. А всех убили, ни хрена себе. Двоих. Он Ваня прям ему в линию встали. Понятно. Надеюсь, Макс. Кто такой Рэмбо? Это Прайс. Там с чипами, это все нормально. Фак, я только его увидел, блин. Ох, Прайс. Причем оба заходят спиной, я поржал. Да не спиной, я ну, оборачивался к тебе и повернул как раз. И так... Блин. Ну как я в бункере зарешал, блин?
Обидно будет, если сейчас синий выиграет. Почему синий выиграет? Хотя их там двое осталось, но все равно. Не, почему он выиграет? Ну, у них пулеметы у каждого, по-моему. Я залетел, всех порешал почти. А их, я один, а их там это. Кстати, кто-то говорил то, что не очень хорошо заходить с этого, с левой, ой, с правой Маста? Стороны. С правой стороны, через берег. Я зашел по отряду отработал и еще сверху взорвал. Ну, видимо, в этот раз план был немножко такой, не тот, как в прошлый раз. Угу. У обороны. Я спокойно вообще зашел. Без проблем. Я еще там просто не было краба. Что-то. Вот и все. Самое прикольное. Все бы я не смог. Так не, он говорит, он по берегу прошел к этому, а мы тогда шли не к бункеру. Нас встретили тогда, когда мы шли к цистернам. Да. Цистерны вообще-то не взять. Там дома. Неудобно. Я скажу так, Роксан. Так. Я смотрел в бинокль, у них, значит, вся оборона, которая была возле моста, на стену эти бороды берешь. Че еще раз, смотри? Я тогда с биноклем смотрел с нашей позиции, они, оборона ихняя, она, короче, взяла руки в ноги и убежала в город. Осталось два человека, которые сидели и охраняли мост. Кто это сделал? И там тоже два человека взяли. Только они бегали именно к мосту, а не вот. Видишь, он в стекло попал, короче, этот прайс, и сломал себе ангар. А в чем прикол? Почему такая фигня? Ты посмотри, МП-40 вообще не валит просто. А чё с Максимом? Что-то загнулся, лежит такой. Живой. Живой. Все, убили наконец-то. О, прайсуха косит. Ага. Какая сейчас такой пилой? Окей, нормально. Да. Я лохотмар сделал, я заминировал, побежал к ней. Что-то репит бежит такой этот, как немец, он такой стоит, смотрит на меня, как-то да. Эй, убили, сколько стоят. Я корус один остался. Слышишь, не, Паша, ты пипец, поработал с пулемета в пол, в это, просто, в ремонт. Миссия Аллах Акбар сработала, вас заминировался, я побежал к ней. Видели. Слышали. Не, еще один нужен Аллах. Давай, Корус. Еще один. Банзай, ну что ты вообще, там смотришь? Вообще можно заканчивать. А вы говорите, не дома. Макс, это АФК. Это бот вообще. Пусть взрывает. А, это бот вообще? Да. Максим, кодж какой-то. Вы говорите, МП-40 не убивает, так нормально убивает? Ну конечно, спустил 10 патронов, убил. 10? Ну я попал всего, наверное, 2 или 3. Я с 2 или с 3 сдох, поэтому не надо. Прайс, в секунде от смерти. Добивай за бота всех. Меня ой, сейчас возьмёт. Не взял. Я был убит. Паша, у вас чё? ПЗ, опять смотри, опять ты сдох, умер все время, первым умираешь. Подожди, сейчас Питер закончит. До этого в миссии, где мы талибом убили, ты умер первый, сейчас что-то умер первый, что-то тебе не везет вообще. Я закончил. Что ты говорил? Я говорю, у вас без микрофона играть можно? Нельзя. Да нет, можно. А кто без микрофона? А кто там был? Леврекс играл, поэтому все законно. Ну это было наше все было. Леврекс наше все, да. Сериал больше не будет прежним, да, Леврекс. А что, там был кто-то? Сметана. Не, ну он как бы... Ники, пароли. Он нас слышит, но... Я слышал, ничего не говорит. Подожди, еще раз, кто? Молчал. Вот, метана, которая. Ну, новенький, может, что не так настроил. Ну, скажем ему сейчас. Да нет, он... Его слышно было. Ну. Сопение. Ну сопение. Да, он там что-то чешет, там. Маша просто говорить не умеет. Можно вопрос? А где цистерны вообще взрывать? Вот, я так понимаю, Корвус, что эти рядом. Две оставшие. А, нет, одна. Репит, что ли, не видит? А кто оттуда забрал, кстати, еще цистерну? Я. Репит, ты что, не стреляешь? Я просто за мирно побежал. Репит такой, а чё? А, свои, походу. А чё скотчем? Делите скотч. Ой, подумал, что я.
был в секунде от смерти. Так он понял, что понимаешь, что по нему все смальнули. А, он сам сам подсветил. Айса на втором. Что такое? А я увидел как будто пилотку. Что-то так бодро наступали и что-то начали. Что-то да. Мне показалось, что там пилотка у него. Убивай всех просто. Он где-то тобой три раза пробежал. Да я знаю, я не мог понять свой не свой, а потом показалось, что вроде... Я его побежал обратно. Вроде свой показался. Хоть пытается спаляется доктор, да? Прям со сметаной. Чё, серьёзно вот, ребят? Чё, Мальборо лежит просто? Как все легли-то? Пулемет. Прайс. Так ты вообще по прайс и пулемет. Чё-чё? По ним вообще стрелять-то начал? Да, я магазин выпустил, откатываюсь, перезаряжаюсь, мне в бочину. Почему ты не убил потом? Железный крест первой степени. Чё-чё? Да. Надеюсь, посметно. С дубовыми мечами и бриллиантами. Да у боежников там свои кресты. Будет одно место. Паша, ты можешь их подвинуть, чтобы они уже начали атаковать? А то они Паша, сидят, можешь не, 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 подвинуть, не, чтобы он корпуса придавил? У нас 30 танков, рашит. Открыл редактор, подвинул. Давай, бро, стреляй. Он слышит. Файер, файер, файер. Не-не-не. А Курус, ты заметил? Да из подпоезда да слышно, как он шлепает по земле. Подошел. Майбер на него смотрел, и нифига. Они не могут, понимаешь, они добрые русские солдаты. О, все, увидел. Пис. Кого? Кто увидел? Корвус. Ой, хорош. Кто я убил сразу же? Все? О, ура! Ура! Девичья! Я... Все, да. Я у меня нет слов. Мальборо? У меня-то... Да. А ты вот видел этого чувака под этим... На железе? На насыпи лежал в железнодорожном. Да, прям на него смотрел. Почему ты его не убил? Это враг был. Вы что его пропустили? Дочин солдат. Не все понимали, что не стреляли.